Не виноваты. Я меня заставили. Подросток из Ленобласти, который замучил до смерти голубя, нашел объяснение своему поступку. Оказывается, малолетнему живодеру угрожали. Мальчик взрослый, 25 лет. Сказал, просто побьет, если не сделаю. Встретил на улице, он приставал ко всем пьяный вроде. И сказал, если не сделаешь это, я тебя, ну, в грубой форме побью. Наказ взрослого мальчика Леонид и компания исполнили с особым цинизмом. Подростки оторвали живой птице крылья, бросили на землю, пинали ногами, били палкой. Потом засунули в трубу, ударили по туловищу и оторвали голову. Причем с радостными возгласами и улыбками от уха до уха. Экзекуцию зверя в обличии детей транслировали в сервисе «Перископ». Мать подростка не сомневается, растет живодер. Это жестокость. Человек неадекватен, я так считаю, что это ненормальное поведение. Да? Каких животных ты хочешь заводить дома, скажи мне? Я считаю, что это ненормально. Он лишен всего теперь. Вообще. Прогулок, интернета и всего остального. Ты наказан. Эксперты не видят в поведении зверя ничего особенного, мол, так было всегда, и вообще агрессивное поведение подростков – это норма. Мы немножечко краски сгущаем в том смысле, что так было всегда. Но вспомните Мишку Квакина, который обижал животных в известном гайдаровском произведении. А наверняка каждый из нас вспомнит из своего детства, что обязательно во дворе был какой-то негодяй, который привязывал банки консервные к хвосту кошки, поджигал и так далее, и так далее. Общая агрессивность в популяции возрастает, общая агрессивность у нас в стране, и тем более среди подростков, потому что они всегда на острие психологических переживаний, да, действительно нарастает.